четвертый день сегодня нашей работы над субтитрами для фильма «Зеленая лампа» с Клоди и Паскаль. Это очень интересно, это прям такие полноценные смены с утра до вечера, с перерывами на обед. Работаем, ну, преимущественно Клоди и Паскаль работают, переводят, придумывают. Это, конечно, нужно отдельно снимать, потому что это прям настоящий творческий процесс. То есть это вот обсуждение бурное, идеи, потом отбрасывание каких-то вариантов, потом вдруг какая-то идея, эмоциональный взрыв, восхищение и удовольствие от того, что придумали так здорово. Серьезная, большая работа. Планируем поскорее доделать, потому что Клоди надо продолжать писать свою книгу, а делать параллельно несколько проектов трудно.